Итак, мы продолжаем. Мы все уже собрались для мэрии. Я в машине сижу, потому что у меня немного мышка не заглючила, у меня просто беспроводная, надо батарейки подключать. Она у меня каким-то странным образом, она у меня разрядилась. И вот Алишир Толстячок такой идет, пытается что-то с нашей машиной сделать. По-моему, он ее буксовать сейчас будет своим животом. Не будь он ее буксовать, не трогай мою машину. Чурка, нахуй. Какая-то невдалая чурка, слышишь? Ты чурка? Чурочка. Слышишь? Владислав. Ты мою машину не откроешь, она у меня закрыта. Владислав. Влад, вы можете сейчас это назад поехать и на всей скорости разогнаться на шлагбаум? Ой, на полицейского. А где чертов полицейский? Вот, ты сейчас через него проезжай, только едь в самый зад, разгонись и вот сюда едь на всей скорости. На базу отвезли. Я это засниму, короче, вот за скриню еще плюс это, и это будет очень это хорошее видео для канала. Как это я еще первый раз делаю. Вот я уже третий или четвертый раз пацаны, говорю. Пацаны, едьте за нами быстро. Давай, раз, два, три. Азот включай. У меня нету. За нами быстро. Ладно, поехали. Где ты? Они справа. Понимаешь? Блин, я тебя потерял. Где ты? Ладно. Он здорово. Поехали. Что он делает? Что он с тобой творит? Сейчас я с ним разберусь. Пошел. У меня дом есть. А ты уйди с этого лявы напиши. А я могу написать VIP УВАУ. Я уже давным-давно туда ушел. Пацаны, блин, вы знаете, где я появился? Я на Гроу-стрит появился, охренеть. Погнали, садись ко мне. Ай. А где Паша Хитмана, вы не знаете? Это же в Вашингтурасе. Погоди, сейчас открою. Продолжим отвезите моей машине. Продолжим запись тогда, когда все соберутся. Когда все опять соберутся, блин, они.